Это то, что раньше было, когда говорил Ужгород в 70-е годы, вторая лига была. Тогда стадион «Авангард» полный был. Да, другое время было, понятно. Но все равно не настолько изменилось время. И всегда говорят, я с одной стороны рад, что банкротом стала «Говерло». Почему? Потому что, может быть, начнется что-то, что должно было начаться. Может быть, это я был бы больше рад, если бы это произошло, может быть, 10 лет назад. Потому что тогда можно было. Я не думаю, что в Закарпатье нет людей богатых, которые любят футбол и которые могут инвестировать, собраться, инвестировать. И моя мечта, я думаю, что она все равно сбудется. Буду я в этом задействован, не буду, чтобы в каком-то городе, может быть, это с Виноградова начнется, хоть Ужгород это центр Закарпатья, вторая лига, не нужно первую, не нужно высшую лигу, премьер-лигу, вторая лига, и чтобы только свои закарпатцы играли, так как Атлетико Бильбао, десятилетиями баски, они не для того своих, потому что они ненавидят испанцев, других национальностей, нет, потому что у них есть свои, те, которые выходят, и они отдаются полностью. Они за свою национальность, за свою базу, они дают. В Закарпатье очень много. И то, что всегда говорили в Говерле, уже нету никого, нету. Сейчас, по моей информации, 12-14-летних ребят уже за пределы границы Венгрии уже выше 100 детей, которых уже некоторые играют за юношескую сборную Венгрии, потому что получили гражданство. Какой у нас футбол, какая перспектива? Сейчас неудачно сборная выступила. Нужно менять команду. Нужно, по идее, 80% выгонять и собирать ячейку. Ну, кого возьмешь?